С мамой лучше не спорить. В принципе, в лесе достаточно много денежек. Много мани, да? Ну, особо нечего-то ложить. Будем честны, да? Ребятульчики, всем приветики, всем добро пожаловать на мой каналчик. Конечно же, сегодня у меня будет распаковочка. Так, дальше я уже беру... Это такие шортики, которые одеваются под платье, под какие-то, может, шортики тоже можно, да, плюс под какие-то джинсы тоже можно, в принципе, почему бы и нет. Но я купила вот такие, кстати, они не сильно будут, они будут отличаться чуть от моей кожи, потому что они такие желтенькие. Вот, но я купила их, чтобы, например, там, когда я пойду куда-то в платье, все такое, и чтобы не бояться, знаете, то, что там платье задерется, там будет трусишки, да, видно. Вот, одевается вот такая штучечка, и ты уже ни о чем не переживаешь. Оно достаточно, кстати, облегающее, такое прям супер эластичное, крутое. Вот, кстати, здесь надо стирать вручную. У нас здесь 85% полиамида и 15% эластана. У меня размер S-очка. Это, по-моему, был самый маленький размер. Стоили они мне 3 евро 62 копеечки. Материал реально достаточно такой... прям эластичный, прям суперский будет. И будет прям очень так, знаете, красивенько облегать, там подчеркивать ваши формы, конечно же. Вот, но мне прям очень нравится. Оттенок, конечно же, там был только вот такой, там был такой, и там был розовый, по-моему, еще белый, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот, но с цветом я не сильно угадала, ну, тут, знаете, как-то тут не угадаешь. Потому что у меня кожа прям супер белая, вот, а оно такое, знаете, более... желтоватая, вот, но здесь, кстати, сами шортики, да, они не сильно, не суперски длинные, вот, они такие прям, чтобы именно прикрыть самое важное, самое секретное. Так, дальше я уже достаю это, по-моему, это что такое? Это какое-то платье? Я так себе думаю. А знаете, вообще какой-то цвет не то, что был на картинке. Но я так понимаю, что это, да, единственное платье, которое осталось. Но вообще не тот цвет, который был на картинке, собственно говоря. Он такой, знаете, более какой-то коричневый, что ли. Ну, блин, не то, не знаю, как-то не сильно похоже то, что было именно на картиночке. Потому что на картинке, знаете, был такой очень красивый бежевый цвет, а это какой-то более коричневый. Ну, ладно, может, оно будет очень красиво на теле сидеть. Вот такое, знаете, супер длинное платье. Вот здесь у нас такие... V-образный вырез, вот, и вот оно такое супер длинненькое. Здесь у нас сбоку есть вот такой вот разрезик вот для ножки, чтобы так ножки так, ой, вышло чуть-чуть из платьичка. Стоило оно мне 8 евро 68 копеек. Так, я сейчас, если найду бумажечку, то вам скажу, какой здесь, собственно говоря, состав. У меня уже все пошло. А, вот, нашла. Так, здесь у меня состав... 2% эластана, 53% полиэстера и 45% вискозы. Стирать также на 30 градусов. Но не знаю, как-то, блин, я что-то чуть расстроилась, потому что оно не такого цвета, как я хотела. Не знаю, что будет с этого, но пока не померяешь, не узнаешь. Вот, но оно, кстати, не, знаете, не супер такое облегающее. Оно такое достаточно свободненькое, блин, ну не знаю, как-то... Ну, может, мне будет хорошо, я не знаю. Я надеюсь, что будет хорошо. Я надеюсь, что вырез будет не сильно глубокий, потому что мне как бы, ну, особо нечего-то ложить. Будем честны, да? Вот, но... Так, где здесь перец? Здесь даже, кстати, вообще не врубаюсь, где здесь перец. Кстати, здесь я уже вижу торчащие нитки. Вот здесь вот. Вот здесь вот ниточка одна лишняя, да? Видно? Не знаю, видно или нет. Вот здесь лишняя вот ниточка есть. Вот, вот. О! Вот так видно, вот так видно. О, лишняя ниточка или не видно. Ну, короче. Здесь есть пару ниточек, которые лишние просто здесь висят. Кстати, платье, оно достаточно
не теплое, то есть здесь, знаете, такое идет как будто вязаное, да, но оно вообще, оно такое, знаете, оно даже чуть холодное такое, ну оно не будет греть именно в зиму, в осень, да, то есть надо обязательно подевать колготы теплые шерстяные и подевать какой-то, одевать эту какой-то пиджачок или что-то такое. Так, дальше я уже беру вот такие вот штучечки. Я такие штучки уже заказывала, они прям суперские вещи, да, вещь прям в бытовой жизни, прям очень суперская классная вещь, там закрепить крупы, закрепить сахар какой-то, что такое, знаете, то, что там, ну, ты открыл, да, и оно просто так себе на воздухе дышит, да, вот, закрепил вот этой штучкой, прям суперская вещь. Прям, ну, я, знаете, я почему заказала, потому что у меня уже все заняты, закрепки, заклепки вот эти вот. Вот, я себе решила заказать еще. Стоили мне они 1 евро 9 копеек. Я реально очень сильно рекомендую вот эти вот заклепки, потому что они супер крутые. И, кстати, цвета такие очень красивые, в принципе. Нежненькие, миленькие. Хотя я бы хотела, знаете, чтобы было вот это вот, больше вот этого вот бирюзового оттеночка. Так, дальше я достаю вот такие вот приколочки. Здесь 5 штучек. Они такого суперского, красивого цвета. Вот этот вот голубой, он прям самый мой любимый, прям очень нежный цвет. Здесь такая голубенькая, желтенькая, розовая, зелененькая и вот такая нежная, знаете, такая слоновая кость. У меня приколки, я уже заказывала с Шайна приколки. Вот, но они, по-моему, кстати, из того же продавца, по-моему, ну, очень похожие на те, которые у меня есть. Вот, держат они реально суперски, классно держат, вот. И там очень большой выбор приколок, там есть и леопардовые, и прозрачные, и, ну, знаете, на любой вкус там есть прям все, все, все есть. Стоили мне вот эти вот приколочки, 5 штучек, 2 евро 72 копейки. Вот, они такие достаточно большие, такие огромозные для более длинных волос и для более тяжелых волос, прям суперская вещь. Я их заказывала до того, как я сделала себе новую причесочку, вот. Но прям держат они реально суперски и прям, ну смотрите, ну посмотрите на этот оттенок, ну он же красивый, ну он же шикарный, это просто искусство, вот этот оттенок, он просто, он божественный, мне очень нравится, прям очень красивый оттенок. Здесь, кстати, видно, да, то, что это была база, они просто покрасили вот эту вот базу в синий оттенок, ну и в другие оттенки, что даже вот эта вот железка, она тоже покрашена, вот, но прям оттеночек прям бомбезный. Так, дальше я уже достаю кошелечек. Портмоне, как говорится. Я очень долго выбирала сам кошелечек, потому что я не хотела, чтобы он был из кожи. Вот, ну, мне проще там было бы, если он там был из какого-то полиуретана, там, ну, такой, знаете, это... главное, чтобы была химия, главное, чтобы не было кожи, вот. Здесь у нас есть такой очень элегантный кошелечек, вот здесь у нас открывается вот эта вот штучечка. Оп, и вот здесь у нас там карточки, вот эта вся фигня. Здесь можно... Нет, денежки, наверное, сюда лучше, вот. Но здесь такие вот всякие карточки, всякие вот такие вот жетончики, все такое. Здесь, кстати, очень мягкий, знаете, такой очень мягкий кошелечек. Вот, и здесь у нас, собственно говоря, вот такой вот замочек. В принципе, в лесе достаточно много денежек. Много мани, да? Стоил мне вот этот вот кошелечек 1 евро 99 копеек, ну, то есть 2 евро округлим, да? Вот, но реально очень красиво, мне очень понравилось. Замочек, в принципе, работает нормально. Но здесь, кстати, чтобы закрыть его, да, нужно вот эту сторону придерживать. Но, в принципе, замок работает достаточно неплохо. Кстати, здесь замочек, он такой золотистого такого оттеночка, вот, и здесь такая вот маленькая, как называется, такая держалка, чтобы это все открывать, вот, но мне прям очень понравился кошелечек, такой прям суперский маленький, суперский классненький. Так, дальше уже, по-моему, предпоследняя одежда. Здесь у меня есть платьечко. У меня мама очень хотела заказать платье. Я надеюсь, что я не сильно шумлю. Кстати, это какой-то другой бренд. Это не Shein, вот здесь написано другой бренд какой-то, Emery Rose, не знаю, что это такое, ну, короче, другого какого-то бренда у нас, вот. И у меня мама очень захотела заказать платьечко, ну, чтобы там носить домой, все такое, ну, вот, у нее не было красивого платья, чтобы дома носить, вот, и
она себе выбрала вот такое вот платьечко, такое, ну, прикольненькое платьечко. В принципе, дома носить прям самое то, ну, конечно, я бы такое не надевала бы, но с мамой лучше не спорить. Вот, здесь у меня Элечка. Кстати, это платье, оно очень, не знаю, видно ли, но оно реально так чуть-чуть просвечивает. Я не скажу, что это прям очень много, но если посмотреть так на свет, то чуть-чуть видно. Материал, он такой, знаете, даже чуть такой шуршащий. Вот, ну не знаю, как оно будет смотреться и сидеть на теле. Так, здесь у нас получается, вот, здесь у нас материал 3% эластана и 97% полиэстера. Стирать на 30 градусов. Средней длины, вот думаю, ну, у меня мама, она чуть меньше ростом, нежели я, так что думаю, что будет такое. Средней длины, такое красивенькое, миленькое платьечко, такие здесь вот разукрашенные цветочки, все такое. Красота ляпота, вот здесь вот такая, есть такие полосочки снизу, такие красивенькие, все такое. Стоило мне вот это вот платьечко 6 евро 51 копейку, в принципе, цена достаточно нормальная, не завышенная, я бы так сказала. Вот. Дальше, это уже, конечно же, моя долгожданная кофта, которую прям очень-очень хотела. Я, знаете, я просто молюсь, чтобы она была мне не короткая в рукавах, потому что у меня руки достаточно, ну, чуть длиннее, чем обычно, да, как бы, чем у обычных людей. Вот, и я надеюсь, что она будет не сильно короткая. Здесь, кстати, очень много каких-то непонятных ниточек и каких-то непонятных комочков. Ну, не знаю, ну, короче. Он, кстати, она прям такая тяжеленькая даже чуть-чуть. И такая прям такая тепленькая, такая мягенькая, прям мне уже нравится. Вот такая вот кофточка у нас. Это уже у нас уже Шейн снова, да. Вот такая вот черно-белая кофта. Она достаточно. Хотя не знаю. А ну. Вот так вот. Нет, она такая длинненькая. Она будет попу прикрывать. Что я, кстати, такое хотела, потому что у нее есть одна, которая, она такая, знаете, ну, на пол пояса, да, идет вот такая. Ну, хотя, может, надо чуть раньше, раньше пояса она заканчивается, вот эта кофта. Ну, такого же типа, только у меня она бело-голубая. Вот, а это вот такая бело-черненькая. Кстати, рукава, я очень надеюсь, что рукава... Не, ну, в принципе, знаете, ну, можно было, конечно, чуть-чуть больше, но, в принципе, неплохо, неплохо. Думала, что реально будет супер короткое. Я заказала размер какой? S-ка. Там, кстати, я хотела заказать вообще M-ку, но когда я уже заканчивала свой заказ, то мне, знаете, выдало то, что, а, там у нас уже нет такого, такого размера, и, блин. Знаете, наверное, было бы лучше М-ку заказать, но я очень хотела вот эту кофту, потому что на нее действовала скидочка, конечно же, люди добрые. Она вообще, эта кофта, она стоила 30 евро где-то, вот, а я ее, по-моему, урвала за 20, да, я ее урвала за 20 евро 81 копейку. А, кстати, здесь идет не тупо ровная, да, рубашка, кофта, а здесь идет такие разрезы по бокам. Дальше я уже заказываю, знаете, у меня уже такое, осталось такое, знаете, по мелочевке все. Я уже заказала вот такие вот, как они называются, такие чехольчики на зубные щетки. Вот так вот они выглядят, такие прикольненькие, красивенькие, все такое. Я, кстати, не какие-то грязные, что ли, не знаю. У меня этих штучек таких 4 вот здесь вот идет в наборе. Ну, ничего такого, знаете, просто чехол для зубной пасты. У меня было до этого, знаете, такая, которая, ну, как бы закрывает щетку, прям реально закрывает. Вот, а вот это будет такая полузакрывать. Стоили мне 4 штучки 55 копеек. В принципе, цена достаточно доступная, без скид, ну, без всяких купонов. Оно где-то стоило, по-моему, евро. Евро с чем-то. Вот евро с копейками выйдет и так. Вот, но прикольненько. Они какие-то, знаете, они не супер такие, прям... какие-то прозрачные, какие-то, знаете, как будто в пятнах, и они какие-то поцарапанные. Ну, это как-то не сильно так приятненько, вот.
Но не знаю, как-то они такие уже, такое ощущение, что их уже использовали. Так, ребятульчики, я здесь уже достаю вот эти вот, сколько их, 5 этих продуктов. Это у меня уже косметика, это уже Шиглэм. Да, по-моему. Шиглэм. Вот, я уже буду делать обзор этого всего в другом видео, потому что видео уже будет слишком длинное, вот, и уже будет неинтересно его смотреть. Вот, так что у меня обзорчик вот на эти 5 продуктов будет уже в каком-то другом видео, и также буду их тестировать уже в другом видео. Так, и ребятульчики, конечно, уже последний продукт, который у меня на сегодня, это, знаете, это такие штучки, которые клеются на заднюю часть обуви, чтобы там не натирала. А здесь, по-моему, да, здесь вот идет такая пленочка, снимаешь и потом уже клеишь на заднюю часть обуви, чтобы вот именно вот эта вот задняя часть, да, где у нас, вы поняли, да? Чтобы она уже не терлась, потому что я очень много раз натирала, я не знаю, как эта часть ноги называется, вот, очень много раз натирала заднюю часть ноги. Она у меня вся, знаете, такая в ранах, все такое. И я решила заказать вот такие вот штучечки. Стоила мне вот одна пара 37 копеек. Если мне понравится, если они будут хорошо работать, я по-любому закажу еще такие. И, кстати, здесь подушечка у самих вот этих вот наклеечек прям очень такая объемненькая, прям суперская, прям. И такая, знаете, широкая, да, то, что обхватывает всю заднюю часть ноги и то, что вы по-любому не натрете. Я на это надеюсь. Ребятушки, чтобы не пропустить следующее видео, где я буду уже делать обзор на косметику из Шейна, очень интересные продукты, я вас уверяю. Обязательно не забывайте нажимать там все кнопочки под низу видео, обязательно не забывайте все кликать, конечно же, чтобы ничего не пропустить. И встретимся мы, конечно же, с вами в следующем видео. Всем пока-пока!